кочегарки. Зашел, ну там вон водичка, и решил попить. Вот в эти двери зашел. Ну такой наглец пьет, приезжает каждое утро. Каждое утро приходит, чтобы покушать хлебушка. Я вот его снимаю буквально с полутора метров, а ему пофигу. Хорошо, не жарко. Голубь все закрывал. Работают насосы. Один насос, второй насос, радио играет, стреляет пар, или как сказать, конденсат, вот в этом бойлере, вот в этом вот. Вот в этом бойлере. А голубю нашему все ни по чем. У него водопой. Ну-ка, насколько близко я его смогу снять. Ну, примерно между нами метр. Будет. Он не собирается улетать. Да? Голубок. Не улетать не собирается. Блин, плохо подсвечивает.